Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в растения против зомби-герои. Безумные правила. Все бойцы получают плюс одну единицу силы при использовании. Самое время поиграть с питомцами Заморозга и его стратегической колодой питомцы с холодными носами. Чё-то я не уверен, что у меня получится, потому что за Заморозга я вообще играть умею. Хоть на питомцах, хоть на чем хочешь. Ну давай, попробую. Посмотрим, что у нас из этого может получиться. Так, ну-ка. Блин, не то сделал, надо было. Ладно. Ага. Вот, значит, на чем ты. Так, нам нужно вызывать йети. Вначале вызовем козла, а уже потом йети. Уничтожить сейчас крикунью, мне кажется. Ну да. Еще и неуязвимо сделает, прикинь. Так, 8 хп у него остается. Так. Нет, я лучше сделаю, наверное, вот так. И прокачку. Смотрим. Блин, сейчас превратит. Так я и думал, ребят, что превратит. А ему крышка в любом случае. 8 единиц в лицо он получит. О, еще даже так лучше. Все, до свидос. Это хорошо, что он мне маленького ниндзю поставил. Отлично. Просто шикарно. Ну что, блин, я только хотел ежедневки. Да чтоб тебе, а? Ну как так-то? Выиграйте многопользовательскую игру. Я думал, сейчас мы по ежедневкам пробежимся. Пробежались. Ай, ладно. За кого играть-то? Давай за бесенка, наверное, попробуем сыграть партийку. Посмотрим. Оу. Цитрона против меня вызвали. Так, против меня вызвали Цитрона. Кровожадность, да? Мне даже поставить некого. Твою налево. Давай глянем. О, как. Ну что же, напросился ты тогда, парень. Слушай, а у него уже может быть... Ладно, проверим. У него может быть могилоед. Ах, вот ты как сделал. Ну, понятное дело, сюда придется ставить нам вот этого мелкого. Если, конечно, он не поставит защиту, которая непонятно, есть у него или нету. Проверим. А
А я так и знал, друзья мои, что у него будет защита. Вот здесь, конечно, плохо. Все плохо, ребят. Давай проверим. Подсолнухи ставить сюда, а? Ну, погнали. Ё-моё, этот со своим суперудар... А, нет, все нормально. Вот этот ханорик меня раздражает здесь, если честно. Он может ему, наверное, как-нибудь... А, вот у нас есть что. Мы выкинем эту грушу чертовой бабушке. Обидно. Так, груша, вали отсюда нафиг. Так, что-то он там на земле, по-моему, да, может сделать? Нет? Будем замораживать, если он поставит. Или сюда, я не знаю. Он думает, куда бы грушу, наверное, влепить, да? Или думает, уничтожить могилку эту или нет? Давай, цитрончик. Только не говори, что ты сдался. Не, в принципе, мне вот в данном положении лучше бы, чтобы он сдался, потому что здесь игра может пойти против меня. Понятно. Ну ладно, халявная победа. Грубо говоря, ну как халявно, я боролся. Это он, извините меня, решил сдаться. У меня все, как говорится, по фэншую было. А, ребят, я же совсем забыл. У меня 1000, блин. Точно, я же накопил 1000 самоцветов. Ёк-макарёк, я же еще думаю, зачем я зашел в игру-то, если я окончание сезона жду. Конечно же, купить наборы, друзья. Ну, и вы не подсказывайте мне. Так, давай. Какой будем брать? Сейчас посмотрим, что у нас тут. Я всегда смотрю на легенды, ребят. На легенды. В принципе, этот пак очень хороший. Нужны легенды здесь есть. Алоэ для хила. Молекулярочка, если вдруг выпадет. Вот этот неплохой, да? Ну и, соответственно, этот. Наверное, я возьму этот пак. Ребят, куплю. И будем надеяться, что нам повезет. Ну, хотя бы легенда в прошлый раз нам не выпала. Ни одной легенды, помнишь, да? Я очень сильно расстроился. Давай посмотрим здесь. Так, ну... Это все стандартно, это понятно, ребят. Так, переходим на редкие. Неплохо, кстати. Мега редкие пошли. Так себе. Сгодится. Тоже неплохо. Отлично. Это мега редкий. Я думал, что это... Есть, ребят, как эта легенда идет. Вау! Да ладно!
Друзья мои, ну это шикарно. Я вот это вот надгробие давным-давно ждал. Это как раз для коллекции на орешках, ты понимаешь? На орехах. Ну жалко, конечно, что одна, но все-таки и этот нам выпал. Эту, кстати, легенду можно будет одну убрать. Ну, наверное. Так, давай двойников сразу распылим. Это надо заходить в коллекцию. Утилизировать дополнительные карты. Это 1255 энергии мы получаем. Итого у нас энергии должно быть... Так, подожди, сейчас, секундочку, я найду эту. Блин, это же надо за зомби заходить. Это надо заходить за зомби. Так, сколько у нас этих замор... Вот, их 4 штуки, друзья. Сколько он по утилизации стоит? 1000, да? А у меня, ну, почти 3000. Почти, друзья, 3000. Блин, ну растет моя коллекция потихоньку. Посмотри. А этот сколько? Ну этот у нас редкий, да? 250 на утилизацию. А, стоит 1000. Нет, оставим его. Потихоньку-потихоньку моя коллекция растет. И, соответственно, дает мне возможности составлять более крутые колоды. Вот этих бы мне, ребята, полностью четверых бы где-нибудь найти, я вообще бы шиковал бы. Я бы сделал бы неплохую колоду на Гаргантюа. Ну, естественно, с помощью Гаргантолога, который вот он. Ладно, я пока не буду ничего распылять, друзья мои. 3000 есть. Так, что у нас там есть? Есть, очень много... В друзья хочет напроситься. Так, ну что, давай еще партийку сыграем. Сейчас я гляну вначале, что у нас тут. Колодушка вот такая, да, значит, получается. Как бы на пиратах. Я даже не знаю. Ну, давай попробуем. Не уверен я, конечно, что... Все хорошо тут получится. Блин, у него, по-моему, нету ландшафтов. У этого супермозга. Меня если выпадет чувак с ландшафтами, он меня просто разберет. Блин, ну две легенды сегодня выпало. Прям вот приятно аж на душе. Не зря, ребят, целый месяц тут корячился. Набивал их. Фу, твою налево, ну против колпака, конечно. Блин, против колпака. Я не знаю, ребят. С молекуляркой 100%, наверное, будет, да, чувак? С клананасами, ну и прочей ерундой. Сейчас посмотрим, будет выставлять свои грибы или нет. А, он... Не может быть, чтобы он чисто на этих... Еще и грибок успел поставить. Ну, хорошо. Давай я так сделаю. Даже так? Хорошо, давай смотреть. Он грибы-то будет выкидывать, нет?
Как он заколебал мне своими этими, а? Покажите, куда разместить. Ну, вот сюда. Конечно же, блин. Что сейчас у него там? Ураганчик наверняка был, да? Он не стал его тратить. Я так и понял. Угу. И гриб, да? Поставит. То есть решил на доборах сыграть. Окей. Погнали. Ну, две возьмет, понятное дело. Давай так сделаю. Посмотреть хочу просто. Ну, у него там, наверное, миксы. По идее, что там еще может быть? Этого уничтожит, наверное, да, мне сейчас через фруктовый микс. Или у него есть молекулярка, а может быть, этот даже как его. Ага, вот. Я говорил, что миксом он уничтожит. Кого отрикошетит? Этого? Вот как он сделал, да, получается. Поехали. Так, ну я больше уверен, что у него не должно быть. Сейчас проверим. Опять же, миксы никто, ребят, не отменял. Вот так решил. Давай, давай в защиту. Плюет, а? Все, ребят, заплевал, короче. Ну, заплевал, тут не получится. Убирать тоже нет смысла, да? Да. Ну, против гриба были бы у меня бы другие немножко персонажи, например, бесенок или замех. Конечно бы ему тут крышка пришла бы. Как долго ищем, а? Так, можно ли с вами сыграть? Не... Конечно, можно. Вы что, они издеваются, что ли, надо мной? Я не могу понять. Что, супермозг у меня сегодня груша для битья, для колпака этого ночного? Я не пойму. Что за бред, блин? Вот это вот нафиг нам не нужно, потому что оно не пригодится просто-напросто, элементарно. Первого хода нет, как всегда, блин.
Так, это хороший парень, вот этот вот. Ну, понятно, сейчас будет выставлять свои эти. А, у него ураганчик был. Давай, я все равно поставлю. Он захочет прикрыться или что? Вот так даже. На ягодах? Не, ну почему бы и нет? На ягодах тоже можно сыграть. Нифиговенько, я тебе скажу. Потерплю еще пока. Ну нифига ты. Выдал эту подписчика. Ага, я понял. Кого? Ее, да? Зачем мне это? Мне не надо делать. Выставляй свои шампиньоны. Поехали. Ну, 6 в лицо нам прилетит, конечно. Но мы ему сейчас 9 в лицо зарядим. Если не сработает. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, если мы сделаем, например. Ага. Так как тут сделать-то лучше, а? Давай посмотрим так. Поляну ставит грибную, ребят. Что бы это значило? Молекулярочку у тебя там, что ли? Пока непонятно. И опять, да? И опять 25, блин. Ну, все 2 единицы урона. Ну, ладно. Отлично. Сейчас грибы будет ставить. Грибы и молекулярка, да? Блин, он на ягодах почему-то. Ну, почему именно сюда-то гриб попал, а? Все растения получают плюс 2. Че, кого выкидываем? Вот этого, наверное, да? Этого выкидываем отсюда. Поехали. О, как хорошо, друзья.
Как хорошо и нехорошо в то же время. Если бы у него было два фруктовых микса, он бы мог бы мне ушатать вот этого пиратика. Но он делает немножко по-другому, да? Все-таки хочет превратить их. Я так и думал. Сейчас она превращает, ребят, тут целую ораву. Ну-ка, пробьем. Да. Тут мы пробили. Он долго-долго ждал, конечно, хотел сделать, чтобы тут все заставить. Я уже понял, ребят, что здесь обычно берут клононасов, а потом еще молекулярку. И там вообще жесть получается. Ну что, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Я очень рад, что выпало мне две легендарные карты. Надеюсь, вы тоже за меня порадуетесь. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.